на концертный комплекс «Петербургский», на второе отделение показательных выступлений, победителей и призеров соревнований за Кубок России. Юлия Лаутова, Австрия. Серебряная медаль соревнований женщин. Правильно сказать, второе место, поскольку это Кубок. В последний момент допущена на соревнования, и однако, можно сказать, практически победила в этом турнире. Лишь только авторитет и опыт Ирины Слуцкой, чемпионки Европы, помог ей выиграть последний день у Юлии Лаутовой, которая безошибочно исполнила свою произвольную композицию. Знаете, на телеканале «Россия» спорт не персона Новгорода. И завтра уже первая трансляция с хоккейного турнира, традиционного, на приз «Известий». В 22:05.